И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас скорее элеватор. Подписчики написали, что завезли обновление. Будем вместе с вами смотреть. Димончик, поздравайся. Всем привет. А что это у тебя за костюм такой крутой? Это уже обновление, Димон, подожди. Вот, это подожди, а что это за костюм? Это какой-то лорд или ассасин? Я не знаю, что это. Как там называется? Блин, настроение классное. Я приятного аппетита пожелал? Пожелал. Все было у нас четко. Молодец. Хочешь, я возьму двое тапок, Димон? Давай. Все, я двое взял, тебе скину. О, тут убийца прыгает на голове у чувака. Так, бежим. Я хочу тоже убийцы. Убийца убивает. Так. Кто там убийца? Покажите, что так темно стало? А ты его убьешь? О, я выжил. Димон, где ты эти тапки скинул? Где ты? Я не вижу. А, я вижу. Блин, ну тут толпы сильно много. Не, надо, чтобы лифт остановился. Понял. Бэкспейс, да, выкидывать, насколько я знаю, тапочки? Да. Надо было, Димон, много тапок взять всему лифту. У кого нету, побегали бы. Закинул. Ну давай, нет, тапочки. Давай в уголок вот сюда подойди, я тебе скину. Давай. Блин. Скинул? Да. Куда? Кто-то взял другой. Блин, да что за суета и темно, а? Ничего не видно. А, там трупы. Какие трупы? Да я слышу, чикает трупейшины там кто-то. Это оборотень. Не трогайте нас, мы плохие, мы хорошие. Ничего не понятно, но это оборотень. Блин, да я бегаю просто как дурачок, знаешь, типа, вдруг повезет. Я вижу, вы тут все дурачки. На стене написано fucking shit, а не. Что-то там Лау Жинг Нау. Не знаю, кто следующий или что. Хуас какой-то, да. Испанец. Хуас, ментуас. Так на стенке, смотри, какие-то сделали, не знаю, какие-то на объявление или что-то за кабак. Да, на работу устраивается. Блин, темно, как у негра в жопе, это точно. Говорю. Я тут просто, не видно, ничего, еще и дождь идет. Холодно там. Оо, тут вообще дырка вообще, жесть. Димон, у тебя тоже темно здесь? Очень. Кстати, пиццерий же несколько есть, да? Смотри, какую здоровую сделали. Ой, я как обычно сделал, вот так зашкерюсь, короче. Мне кажется, ее больше сделали. Смотри, как расширили ее, что. Да? Значит, правду написали. Ой, это Фредди! Я думал, этот чувак в костюме переодетый, Димон. Не, Фредди там. Тебя тоже он убил? Не убил меня. Блин, я еще успею на него посмотреть. Во, Фредди, давай, иди сюда. Вот, Фредди стоит. Чувака, короче, какого-то там на голове. Я знаю эту штуку, как выигрывать. Я ее отфигачил, я ее вертуху прописал. Ого, вот она вообще убежала. Гренни. Кабулька. Кабулька. А что ты на нее так говоришь? О, Димон, давай возле костра погреемся. Эх, хорошо, так как тепленько. Жопу мне подогреет. О, Димон, на жизни не тратится. Я прям в костре. А ты от него убегал, что ли? Да, я все убегал. Я думал, что ты так орешь, как я. Это хорошо. О, тапки стоят. А, это кассеты. Блин, убийца пришла, тёлка там. Мне кажется, тут надо фонарик отсюда, из этой карты брать, потому что мой вообще негодный. Так, я иду брать тапки. С этим фонариком, блин, даже самого себя не увидишь. Мне бы белых тапок чуть-чуть. Ой, вижу эту. Блин, это жесть, она меня сейчас сожрет. Кстати, можно стать Фредди или Бэйзи. Фредди? А где Фредди можно стать? Кошмарным или обычным? На втором этаже, посмотри. А, тогда вроде надо донатить. Е, подожди, может там надо эти кабаки просто. У тебя есть 5000 поинтов. А, у меня 1200. 1800 уже. Ой, это Аннабель. О, я помню, когда она орёт тут, помнишь, Димон? О. Я возьму мощный фонарик. Фонари уже здесь не мощные. Она ржёт, сумасшедшая. Началось веселье. Спасите. А, на Димон бегает уже по карте. Я возьму тапки на всякий случай. Эх, отвали от меня, Аннабель. Может, мы ее просто затопчем и все. Я ее боюсь. А, она за мной бежит. Ух, я прожил. Я там суперменом был чуть-чуть. У чувака, да, конечно, кубок на голове, это эпично. Чтоб все видели. Что он здоровый такой? Так не, нормальные люди там, знаешь, корону носят, кепки, фески, там этот кубок. Очень странно. Может, кто-то еще из наших подписчиков так делает? Напишите в комментариях. Если носите кубок, то какой? Ой, я на компьютере тут постой, может, не убьет? Ву, это баг был. Че он так ржет?
Так подожди, я же не проиграл. Чего вы мне все отобрали? Значит, проиграл, что ли? Тапки, все понятно. О, метро. А, это там, где этот чувак из цепи вроде бегает. Или из цепи, либо слендер. Ага, понял, понял. Так что давай чекаем. Ой, здесь так. Оборотень. Ну нафиг. Бегу, ну, бегу, нафиг. Бегу. Ну нафиг, не догонит. Я бегу. Там оборотень. Мощный? Спасите! Я вижу его. О, я его оббежал. Это даже не оборотень, это вообще... Это волчара какой-то, да, Димон? Это жопа какая-то. Он за мной бежит! Карта, кончайся, быстрей! А, тут можно даже спиннер купить. Оу, я выиграл, наконец-то, я думаю, я сольюсь. Димон, ну чё ж так темно сделали? Нифига не видно вообще. Ух ты, как блин. Убегать от этого челика? Да давай, собирай этикетки рекламные. Ой, эти, надписи. Может, сбежать блин, можно как-то? Куда вообще идти? Я ничего не вижу. Карта... А, не-не-не, я думал, бесконечно. А-а-а, он за мной, спасите! А ты без тапок? Я с тапочками. Убежишь. Чу-чу-чу-чу-чу. Я прям в колодец какой-то упал. Ух, я ничего не вижу, я вижу слендера! Воу, прожили. Я в колодец упал, короче, выжил. Нейбор, сосед. Привет, сосед, сейчас будет. О, нормально. Ой, Димон, какая тоже темная карта. Смотри. Вообще... А, не, светлее. Может, я попал тогда, чтобы было темно? Смотри, смотри. Вот, соседушка. А где мой, хата? Я его не вижу. Где он? А вон тут бегает вокруг дома. Он круги нарезает. А я убегу от него. А, его вижу. О, он вот. Там бегает, бегает. Вижу. Он что-то там вещи вешает. Соседушка, давай... я у тебя тут пока траву покажу. Воу! Меня убил, я скример увидел соседа. О, усы такие у него красивые. У него какой-то дом прям в лесу находится. Блин, он меня убил на расстоянии, так нечестно. Он читер. У чувака, кстати, крылья такие крутые, посмотри. Сейчас, сейчас, бегу. Он, короче, такой звездный ледяной лорд с посохом. И у него есть крылья. Так, я здесь. Он невидимый стал. Смотри, у чувака крылья, видишь? Так, это что у нас опять бабулька? Гренни, Гренни. А, нет, это Пеньки. Пеник, о? Это Пеник. Пеннивайз. Да. Пеник. Будем вокруг костра убегать. Это дядя Пеня. Я его вижу, он за мной бежит. Пацаны, я его, короче, тащу за собой. Все, мы выиграли, потому что давай я лучший. Посмотрим, хоть рассмотрим его. О, Пеник. Оно. Или она, как его там? Да, она. Она, где оно? Опа, чувака убил, я видел. То не ты был? Не-не. У него шарик есть тут, класс. Класс, затащили, мне это нравится. Так, Димас, давай я рассмотрю тебя. Ты шикарный. Красавчик, только костюмы не взял. О, Димон, на, пока никого нету. А у меня есть. О, вот у меня говно. Теперь две пары обуви. О, так ты на одну ногу по две одевай. Будет быстрее. На руки и на ноги. Да, и на ноги, будешь на четвереньках бегать. Знаешь, какой быстрый будет. О, я помню, кто здесь. Бешеный Фредди псих. Крюшка. Фредди Клюшка. Инти Клюшка? Че, как ты сказал? Фредди Клюшка. Он по квартирам бегает. Ой, по комнатам бегает. Там. Ой, я за в колодец чуваком. Опять упал. Так, выиграл. Идет, 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 идет. А я уклонюсь от него. На, чувака убил. Вот здесь когда надо уклоняться. Марио. Когда мы увидим Марио? Ух! Да ну как? Я был далеко. Ну что за говно? Испугал меня. Я хочу Марио увидеть. Блин, надо бы, Димон, да. Мы тут столько таких монстров. Смотрите, сколько тут монстров. Это жесть. Новых добавили тут много. И оборотни, и... еще кто-то. Вообще куча. А ты проиграл, что ли, или выиграл? Не-не, я сбежал в колодец. Вот ты красавчик. Так, тащим дальше. Опять слендершка. Ух ты, блин, вот это слендерменище. У него, кстати, я его плохо вижу. Щупальца, у него тут какие-то веревки из спины торчат. О, тут видно что-то. А, тихо, слендер, пожалуйста. Ну ты же сегодня это, хорош. Надо возле лифта стоять, чтобы если что, убежать сразу. У него какие-то червяки, паразиты какие-то из жопы торчат. Странно сказал, ну ладно. Вроде со спины, а не из жопы. Ну то ладно, бывает, да. Ну тебе виднее, может разработчики перепутали. Все, я бегу в колодец. О, отлично. Это у слендера черви были, говорит, со спины или из жопы? Вроде из жопы, все делаем из жопы.
Так, у чувака такой классный портфель с котиком. Он в школу идет. Школьник, о, школьник. Чувак. Завтра в школу, понедельник, так что все нормально. Так, метро. Выпускайте нас. Походу, о, это волчара где ходит. Это очень сильно метро. О, это оборотень. Блин, этого оборотня, у него вообще что-то плохо ему как-то. Совсем плохо, да? Смотри, у чувака он просто... Оу! Тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Он так ногами перебирает, как монстр. Я перепрыгнул, Димон! Я по голове у тебя пробежал! Я так испугался. Мы, Димон, выиграем, смотри. Сейчас до конца добежим и выиграем. Ну? 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 Давай! Ну, мы прошли! Ну! Фу, я так думал, он подойдет и замочит нас. Слава богу. Тоже такой режим, да, Димон? Коридор сделали и никуда не убежать. Да. На дурачка так. Такой, знаешь, добежал до конца. Фух, выиграть должен. Ах, нет. Он возвращается. Но этого оборотня точно не было в тот раз, когда мы записывали. Так, это следующий новое. Убийца — это цемент. Это новая? Нет, это была уже карта, я помню. Базимент. О, я вижу, бегает шпагой, мачит. Мачит всех. Это, походу, этот, как он? Как это? Убийца Джефф. Я забыл. Как эти чуваки, которые машут там саблями, знаешь, там? Пираты, что ли? Пираты, Димон, он челика убил. А, не убил, убил. Как они? Фрейра? Ой, не фрейра. Фрейра, фрейра. Ух, затащили, блин, прикольно было. Не, на сегодня хоть поржали. Настроение людям подняли. Чуваки такие дуэлятся, короче, на саблях, на таких длинных, таких тоненьких. Как это называется? Этот стиль, спорт этот, как он называется? Пахотист. Я не знаю, Димон. Пахотист. Ну-ка, она теперь хоть нормальная. О, Бенди, смотри, какой большой, Димон. И как будто это игрок играет, да? Да, блин. Людей на дрова. Убил, 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 я видел. Ты смотри, он какой медленный, толстый, наверное. Да, толстожопый Бенди с топором, нормально. Жрет так много, за троих. Чувак с посохом, а чувиха. Кстати, Мас, я вот видишь, такой страшный, я сам от всех убегаю. Смотри, мне прям... У чувака Бенди вокруг там летает маленький. Видел? Да, вижу. Не, большой, почему маленький-то? Такой, по сравнению с тем, что только что бегал, убийцы, маленький. Убийцы, что-то в ночи, что-то тут жопа. По поводу общем, жопы я знаю, да. Нам будет жопа. Марио, я... Марио, Димас! Это Марио? Я вижу! О, ребята, наконец-то мы увидели практически, ну не все обновления, но большинство. Марио идет за мной. Чаки, Фредди, Марио. Димас, они все тут? Убийцы. Пеннивайз. Ого, их тут сколько. Это дом убийц какой-то. Кабулька. Выходи. Видишь, она говорит, я тебя вижу, иди хавай пирожки быстро. I see you. Кушай пирожочки мои вкусные. Я ничего не вижу, тут темно. Как в жопа. Давай посвечу тебе. Вот, у меня есть фонарик классный. Классный фонарик. Да. О, я тоже так думаю. Так, смотри, там... О, ой, монетка. Это... Моя монетка. Ах, там был... Кабулька. Буся стояла, а я монету не... Бабка стоит возле монетки. Иди ко мне, иди, мой хорошенький, иди. На тебе биты по голове. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока.